Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Адриан ван Остаде. «Крестьяне в интерьере». 1661 год. Медь масла 37 на 47. Голландский жанрист из Харлема ван Остаде учился у Франца Халса, но испытал более сильное влияние другого его ученика, Адриана Бровера, хотя, в отличие от него, изображал жизнь в простонародье без едкой насмешки, скорее с легкой иронией и теплотой. В то же время оба продолжали традицию, которую развивал в своем искусстве Питер Брейгель, обращение к жизни человека, не мудрствующего. Но если в работах этого мастера присутствует высокая философия, то у ван Остаде видно прежде всего его любование своими персонажами. В представленном произведении запечатлены крестьяне, проводящие досуг, как умеют, и весьма довольны им. Возле очага собралась компания. Мужчина что-то рассказывает, держа в руке кувшин, вероятно, с пивом. Остальные внимают ему. Кто-то развалился на стуле, кто-то, заслушавшись, на несколько секунд позабыл, что курит, кто-то набивает трубку. Ребенок, сидящий за невысоким столиком, что-то хлебает из миски под пристальным взглядом собаки. Вдали, в полутьме, которую слегка рассеивает льющий из окна с дивным пейзажем лунный свет, виден еще один кружок собеседников. В живописном беспорядке валяются в помещении деревенской гостиницы всевозможные предметы обихода. Курительные трубки, ложки, башмак. Непринужденная обстановка вторит благодушному настроению, в котором пребывают изображенные люди. Впрочем, в земных радостях для голландца тоже заключался смысл жизни. Вот такое описание к работе «Крестьяне в интерьере» Адриан ван Остаде по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего, до свидания.